Всем привет, мои дорогие друзья. Мы, собственно, продолжаем играть в God of War. Ghost of Sparta. У нас тут следующее. Вернее, как мы остановились здесь. Сохранились здесь и остановились. Так. Я так понимаю, нам. Да. Какой дядька, а? Ты что за... Блин, а? Да что такое-то? Тебя добить, да? Так, ну что, кто еще на меня? Только попробуйте, получите сполна. Ага, секретки тут. Ну-ка, что здесь? О! А я здесь тогда что? Перо. Ладно. Взорваться теперь можешь. Здесь ничего нет такого прикольного. Нету. Ладно, пойдем дальше. Наверх. Сейчас будет еще одна битва. Еще одна дверь. Так, сейчас будет, по-моему, рушиться мост, да? Нет. Просто в прошлой серии у нас был
там это все рушилось, я помню. Надо было бежать. Просто показалось, что он здесь тоже не будет. Нехило так рушится. Призрак Паты. Я не знаю, где он, но честно, клянусь в этом. Он не знает, я здесь. Сейчас ты ответишь за это. Из прошлой части сбежали. Тарантулы. Недоделанные, блин. Ну и Chains of Olymp. Одолеете все равно, ребят, так что смиритесь. Давай, поднимайся и тут. Давай, давай, этот градус, давай, давай. На. Здесь что? Ну, ладно. Помогите. Ты еще живой, что ли? Мой лорд, я знал, что вы вернетесь. Я не предал вас. Я ничего не сказал прислужникам смерти. Элизиум. Элизиум. Настоящий спартанец. Даже умирая, ты готов к бою. Спасибо, лорд Кратос. Ah!
Так, подожди, его куда вообще? А это зачем мне нужен? Так, тело убитого спартанца лежит на земле. Он отдал свою жизнь ради обороны городских ворот. Одна из немногих дорог, ведущих к Спарту, это коварный перевал через... А, ну это просто как информация. Понятно. Значит, нам надо вот это вот. Давай. А, вот он зачем. Хрень, что за хрень? Ладно, сейчас разберемся вообще. О, мы ярость увеличили. Ты что, будешь залезать или нет? Ослезать. Ты что делаешь? Слезай давай куда-нибудь там. Спрыгивай. Ё-моё. Нет, так это не работает. Давайте тогда попробуем. О! А я не могу его больше подвинуть. Я вот здесь его сдвинул и все. Так, ну вообще-то по идее... Куда тут прыгать-то мне? Где я подвинуть? Так не могу. В чем прикол-то вообще?
подожди, чё-то не слышу. Не хочет вообще. Только так. Подожди. Что за... Подождите, есть у меня, конечно, идея одна. Хотя это глупо. Сейчас я последний раз попробую и посмотрю, что там делать, потому что... Что-то я говорю, это припоминаю этот момент. Блин, ты куда вообще упал-то? Что раньше не падал? Бесполезно. Ладно, я сейчас, ребят, вернусь, просто глянуть, что там делать. Так, ребят, в общем, я вернулся здесь, смотрите, да? Я нашел, вот смотрите, получается, здесь, оказывается, лестница была, я ее не видел, но тут, блин, хорошо, что я посмотрел, что тут вообще делать. В общем, тут лестница была, да? Должны... Так, давай быстрее, пожалуйста. Вот так. Смотрите. И думал, но я не знал, что здесь эта лестница есть. Не помню. Разорви их на пушку. Так. Теперь вот самое главное. Это уже мне, в принципе, не понадобится. Мне так кажется. Теперь самое главное. Каким-то образом вот это все активировать. Ну-ка.
сейчас будем смотреть, что это из себя все представляет. Вот, теперь я смогу туда допрыгнуть наконец-то. Правда, они тут вообще сделали такой длинный прыжок, я не знаю почему. Ну как длинный, точнее, как сказать правильно-то. Какой-то немножко странный прыжок они тут сделали. Типа еле-еле допрыгнуть можно. Так, сохранимся, давайте. Здесь. Открылась, однако. Ух ты, блин. Ой, вот не зря я сюда хотел допрыгнуть. Дядька крутой. Ты чё за бомбу зародил? Броня, зараза. Эй! Зараза, заморозили. Пофиг, честно говоря, на ваши.
Да. Хотя это и не секрет, нифига это. Подождите. Что это вообще? Чтобы управлять крысой, необходимо крыша. Видимо, эта вот штука мне поможет там что-то там открыть, собственно. Хотя, видимо, как раз да. Давай, 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 спускайся, ну. Давайте возьмем тут энергию жизни, сохранимся. Стой. Здесь больше ничего нету. Ну да, конечно, ничего нету, вот. Thank you.
себе. Секретка. Стой. Так, что-то мне это место напоминает какую-то головоломку тут получается какая-то, по-моему. Эрине, дочь Танатоса, бога смерти. Боль, обретшая плоть, зло, обретшая жизнь. Призрак Спарты, убийца богов. Твой брат, добыча Танатоса. Твоя кровь. Я не боюсь тебя. Я никого не боюсь. Так, понятно, босс. Своих птиц надо телефон убивать. Два раза. Ты хочешь отведать, а? Что творите, а? Thank you.
фрегаты. Больше. Блин, черт. Черт. Я тут откуда знал? Блин, надо... Чёрт. Надо огненно её атаковать. Оружие. Ага. Мясо. А, вот он. Ah!
давайте-ка лучше. Так, лучше-то. Давайте вот пока сбить. Реально тут меньше очков ну набирается, чем в прошлой части, как бы за меньший период времени надо набирать, за больше, точнее. Наверное, потому что игра побольше будет, чем Степи Олимпа. Спарта. И что? Но это же еще не финал, то что я вернулся. Это еще далеко не финал игры. Финал игры будет, по-моему, мы там Зевса будем драть, если я не ошибаюсь. Что, дверь-то откройте, я. А, вот. Такая музыка. Бордель, блин. Ты устал, воитель. Он выбрал нас. А как же его? Ну, короче, тут сейчас будет. Подожди, а что за это мне будет? За этот, как сказать... Прилежность. А как же я? Дарья, дай-ка. Дай мне пойти к ним. Блин, я... Ты не способен на большее? Не успеваю, просто кнопки вовремя. Это все? Нет, не все, я хочу. Он выбрал нас. А как же я? Настоящий спартанец. Дай мне пойти к ним. Вот это выносливость. Вот это сила. Блин, я... Такого не бывало с арестом. Ладно, хрен с вами. Хватит мне тут извращениями с вами заниматься. Тише, тише, не волнуйся. Вы забудете все печали, мой лорд. Thank you.
погонишь? Куда мы идем вообще? А ну вернись, трус! О, сейчас воспоминание будет. Ё-моё. И это всё? И это всё? Победа будет за мной! Спартанского воина не уложить на лопатки! На грани смерти спартанец также готов к бою! Ты же спартанец, разве нет? Да, Кратос. После Великой войны с Титанами Оракул предсказала падение богов-олимпийцев и падение Олимпа. Откровение гласило, что оплот богов победят не титаны, жаждущие мести, но простой смертный, меченый воин. И тот, кто подчинит его себе, будет решать судьбу Олимпа. Итани, Атерно лестниц Парто Фере и Иван Кали. Сетью, Эйтор. Этера, Инеос эт мемралис. Кратос! На помощь! Кратос! Прости меня. На помощь! Деус. Кратос! Деус! Где вы? А, с Деймосом, да. По-моему, финальный босс в этой игре все-таки будет либо Деймос, либо Зевс. Я просто до конца не помню. Сюда, мой лорд! О, сохраниться можно. Как тут сохраниться теперь? А. Рычажок. Ну
Подождите, я хочу там посмотреть сначала. Ничего тут нет такого секретного. Так, интересно. Ещё. Ой-ой. Что-то тут... Ладно, это основное. Наш какой-то секрет был. Тренировка, испытание было. Не поймаю. Сейчас поймаю, блин. Да я тебе сказал. Нет! Назад! Так, и чё? Так, чё ты? А, вот, ты туда их хотел? Чё, не можешь дверь открыть? Да, сейчас тебя открою. Вернее, выбью просто вместе с тобой. На. Thank you.
Для чего нам надо ее утащить здесь сюда? Какое-то... Что-то активировать можно, что ли? Да, ну подожди, сначала я очки здесь возьму, потом тебя активирую. Бегались, блин. Так, сохранение. Естественно, мы сохраняемся. Опа. Что такое-то? А, подожди-ка. Делать не могу здесь.
Даже спрыгнуть вон туда не могу, потому что... Да господи, блин. Я ж тут раньше это делал. Чего мне сразу вот это не сказали? Ну, в смысле... Он же сразу так не пошел. Подождите. Вниз, потому что там очки. Тихо. Ой. Убился.
Так, сохраняемся. Ну давайте еще до одного до одного сохранения дойдем и закончим на этом, пожалуй. Храм Ариса. О, сейчас будет, по-моему, босс какой-то. Ну, по крайней мере, по шире. Названию, блин. Мой лорд, уже очень скоро в вашу честь будет воздвигнута статуя. Так дружно, тяните! Слава лорду Кратосу! Богу войны! Слава лорду Кратосу! Мой лорд, у меня есть дар для вас. Я вернусь. Какой еще дар, блин? Нифига, статую-то разрушили. А, вы статую Ареса разрушили, я так понимаю. Обратись на себя, и судьба твоя будет решена. Стоял в храме Ареса. Все вокруг напоминало ему о том, кем он стал. Призраком Спарты, убийцей богов и, наконец, тем, кого некогда презирал, богом войны. Тут прям такой сюжет. Так, здесь ничего нет. Ладно, пойдем. Класс. А вот здесь что? Подсказывает мне, что сейчас будет очень такой офигенный босс. Потому что я говорю, я тут не все помню в этой игре. О! Мой двойник. Его страдания!
долго будет продолжаться? Кратос знал, что он должен вернуться в Атлантиду, в затонувший город. Только там он мог отыскать вход в царство смерти и брата, которого не спас. Маловато. О! Вот оружие, мой лорд. Я ухаживал за ним, как за своим. Ты верно послужил мне. Благодарю, лорд. Кстати, сохранение. Давайте улучшимся и сохранимся.
Давайте вот это. Ну и вот это еще оружие. Первый уровень. А, нет. Не хватает. Так, ну что, ребят, давайте пока на этом закончим. В принципе, нехило так уже поиграли. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока-пока. До скорой встречи. Всем пока.